Сказал Всевышний: «Воистину Аллах не прощает, когда к Нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные грехи, кому пожелает». Сказал любимец Аллаха Ибрахим, алейхиссалям: «Отстрани меня и моих детей от поклонения идолам». Как же нужно опасаться многобожия? Посредством четырех вещей. Первое. Нужно изучать единобожие, поступая в соответствии с Ним, призывая к Нему и проявляя терпение. Второе. Изучая многобожие, дабы узнать Его причины и предпосылки, дабы сторониться Его. Третья вещь. Обращение с мольбой и просьбой о помощи ко Всевышнему Аллаху. И четвертая вещь. Непричастность к многобожию и многобожникам и отстранение от них, дабы не стать одним из них.